Всем привет! Инновационная школа в коммунарке получила разрешение на ввод. Вы смотрите видео-версию сайта «Моя Москва онлайн» и подробнее расскажу прямо сейчас. Как сообщается на сайте мэра и правительства города со ссылкой на председателя Москомстроинвеста Анастасию Пятову, здание образовательного учреждения получило разрешение на ввод на эксплуатацию. Школа находится в составе жилого комплекса «Новая звезда». Отмечается, что четырехэтажное здание школы, общая площадь которого составляет 24 тысячи квадратных метров, может вместить 1100 учеников. Пятова подчеркнула, что архитекторы учитывали самые современные мировые образовательные стандарты и нормативы, а в основу строительства новой школы положен передовой опыт создания современных образовательных пространств. Так, на каждого ученика выделяется 22 квадратных метра, что выше принятых нормативов. Учебные классы занимают 40% площади здания, а остальное пространство занимает инфраструктура и функциональные рекреационные площади. На этом пока все. Больше новостей из жизни столицы и не только читайте на сайте mymsk.online. До скорого!